Приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала. Как всегда, я Супер, и это будет Лего внедорожник 4x4. Что можно сказать? Мне прислали они деталь. Я давно снимал. Но я вам не рассказывал, что произошло за время с этим внедорожником. Во-первых, уже батарейка слабеет, все уже медленнее едет. Эту деталь, она была низко установлена, я ее повыше установил при помощи бумаги. Вот. И чтобы мой хомяк не падал в машинке, я установил сюда картон и закрепил при помощи этих двух деталей. То есть они держатся, они так и должны. Их просто снял, две, поставил бумагу и потом зацепил, чтобы она ничему не мешает, просто стоит бумага, чтобы хомяк мой не падал. Там была дырка, я это все заделал. Давно, помните, здесь была деталька такая, типа ракетка. Сейчас уже все, она пропала. Я поставил две синие детальки, потому что они, лего-компания мне прислала их. Что можно сказать? Можно открыть машинку. Я вам покажу, как она выглядит. Вообще, я ее все правильно собрал теперь. Тут все правильно собрано. Вот это шевелится. Это шевелится. Ну, все, короче, круто. Все замечательно. Поднимается очень просто. Механизм уже работает правильно. Я давно неправильно работал. Сейчас он все замечательно. Аккумулятор можно снять очень просто здесь. За раз, два. Вот. Про коробку я уже снимал про этот обзор. Но я покажу доработки. То есть, ну, просто назову Лего 4x4. Краулер. Вот. А тут провод, все. Сейчас включу модель. Ну, можно ее по-другому включить, но я просто ее вытащил, чтобы вам показать, как все очень легко и просто закрывается и открывается. Вот. Тут все подвеска. Подвеску я там поменял. У меня вот эти части элемента неправильно я установил и. И мне пришел наоборот. То есть я ее разобрал, думал, что-то собрать другое. Но у меня что-то не получилось. Вот. Все спокойно открывается. Все спокойно теперь закрывается. Вот это закрывается. Yes. Давно не закрывалось. И теперь я ее могу сверху держать. А давно я держал только снизу. Вот. Все закрывается дверь. Ровно закрывается. Смотрите. Защелкивается прям. Видите? Все шевелится. Вот сейчас я вам покажу. Теперь вот это влево-вправо поворотник, а это вперед-назад. А давно, когда я это вперед делал, она у меня назад ездила, а сейчас она вперед-назад. То есть все правильно, сейчас я вам покажу. Ну, одной рукой мне очень сложно ездить. Но я попытаюсь показать, к примеру, вот так повернем назад. Видите, какая вот моя сумка, вот видите, как назад, видите? Какая подвеска, какая мощность, да, этой модели. О, какие... Вот, я вам даже покажу механизм. Теперь я разобрался с этим, со всем механизмом. Когда мы поворачиваем, вот это две детали, вот здесь и здесь, они поворачивают, вот. Здесь вот, видите, серва, она все поворачивает. То есть одна серва, сразу четыре колеса, капец, да? Какая мощная серва, да? Видите? Находится еще два мотора. Вот здесь и вот здесь два мотора, которые... делают движение самой, то есть один мотор, два колеса, и здесь тоже то же самое, то есть вперед назад. Тут стоят специальные детальки, очень редкие детали, под названием какие, треугольник можно считать, да, нет, ну, три таких шестеренки, и когда ездит она, вот эта шестеренка посередке, она не шевелится, потому что она шевелится тогда, сейчас я вам покажу, вперед. Тогда, когда, к примеру, одно колесо застряло, и вот это колесо быстрее, чем вот эти остальные. Потому что она всю энергию отсюда присылает вот сюда. То есть это в два раза быстрее, и из-за этого это колесо может вытащить это от препятствия. То есть от препятствия, вот, к примеру, вот это, да? Спокойно препятствие преодолеть. И как бы дальше они будут все четыре колеса одинаково ездить. Вот. Ну, вы меня поняли. Назад, вперед, все это так работает. И тут то же самое здесь. Тут можно еще, я понял, тут они пусто оставили, потому что можно сюда установить пулемет свой, лего-пулемет. Сейчас я вам покажу, как можно, в принципе, установить. Вот, видите, здесь снизу так-то пусто, тут бумага у меня установлена. Ну, можно ее убрать, но я не буду убирать. Тут есть такие специальные детальки, смотрите. Когда мы вперед, видите, вот тут пустое место. То есть сюда можно установить какую-то детальку. То есть... у меня есть предположение установить сюда детальку какую-нибудь там, присоединить при помощи шестеренок. И здесь, когда она будет машина ездить,
здесь будет крутиться пулемет. То есть все будет круто. А спереди то же самое, то есть видите, вот этот нижний механизм, он одинаковый сам по себе, только середина не одинаковая немножко. Вот, смотрите, тут, смотрите, вот видите, сюда, назад, вперед, и здесь тоже, то же самое. Вот, можно сюда еще установить от лего детальки одну штуку. Сейчас я еще найду. Ну, я не знаю, не могу показать, но есть такая пропеллер установить. Ну ладно, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео. Всем удачи, всем пока.